Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Сегодня обзор моих покупок из магазинов Fix Price, Фамилия и Валберес. Такая сборная солянка. Ссылочки на товары из Валберес будут внизу в описании к этому видео. Цены я буду вам указывать в уголочке только на товары из Валберес. Все остальные я вам расскажу и так. Начнем мы сегодня с Fix Price. Для начала я вам покажу растения. Специально постелила такую подложку, чтобы не испачкать свою дорожку для стола. Первое мое растение, это вот такая роза чайно-гибридная. Называется она гладиатор. Продолжительное цветение, ароматное. Стоит она 199 рублей. Вы мне писали о том, что Фикс завезли древовидные пионы. Вы знаете, мне попалось одно растение, но, к сожалению, к огромному моему сожалению, очень-очень сухой росточек. Поэтому я не взяла. Ну, очень бы хотела, попробую еще поймать в другом Фиксе. Вот такая вот красота. Красная, красивая. У меня есть несколько роз из Fix Price. Все они прижились, в шиповник не превратились. Цветут, пахнут, отличные просто. Смело можно брать. Следующие мои тоже растения из Фикса. За 99 рублей я взяла вот такой вот химерокалис. Очень красивый. Цвет такой приятный. Что-то между персиковым, наверное, и розовым. Очень красивый оттенок, мне прям понравился. Кто не знает, но на мой взгляд, это что-то типа лилейника, да? Я выбрала прям такие самые живущие растения, уже вот такие с росточками. Слава богу, у нас снег сходит, надеюсь, скоро посажу. Пока сейчас отправлю все-таки в холодильник. Вот такое вот растение, высотой 50 сантиметров. У меня тоже есть два растения, два химерокалиса из Фикса. И тоже с ними все хорошо, цветут и пахнут. Так, еще один вариант. Вот такой вот тоже химерокалис. Очень красивый цвет. Мне понравился. По-моему, был еще и оранжевый. Но это совсем, по-моему, что-то такое, знаете, у всех растет. Ну, у всех. Вот, мне захотелось что-нибудь более необычное, что ли. Здесь тоже такой корешок уже с ростками. Все замечательно. Эти цветочки стоили по 99 рублей. И еще я взяла три растения, тоже по 99 рублей. Это астильба. Взяла вот такую белую. Вырастает высотой 50 сантиметров. Вообще первый раз я вижу такое растение, да. Ну, может быть, у кого-то в клумбах я его и видела. Но сама с ним вот решила связаться первый раз в своей жизни. Вроде мне показались корешки такие достаточно жизнеспособные, большие. Надеюсь, прорастет. Потому что бывали случаи вот покупки таких вот подобных растений в Fix Price, когда ничего из этого не выходило. Как бы я ни старалась, как бы ни сажала аккуратненько, но в ответ тишина. Так, следующее растение тоже. Это астильба. Уже вот в таком вот цвете я взяла. Сыпется, конечно, мусор с них. Но красивая, да? Надеюсь, у меня все это будет цвести и пахнуть. И тоже третье растение, тоже астильба, и тоже 99 рублей. Уже вот такая вот розовая. Нам вот только-только завезли, прям полная коробка. Я спокойно выбирала самые такие жизнеспособные, на мой взгляд, корешочки. Вот, поэтому очень рада, что попала на такой вот завоз. Так, теперь мы все это аккуратненько отодвигаем в сторонку, да? Всю мою вот эту красоту. И посмотрим другие уже покупки. Пока для вас снимала сейчас обзор покупок, да, вот смотрите, ко мне приехал курьер и привез вот такую вот классную вещь. Это стул-трансформер от мебельной фабрики Кузя. Я выбрала цвет слоновая кость, решила с вами поделиться, показать, какой же он классный. Ну что, открываем, смотрим. Ой. Так, тут какие-то... А, подарочки, да, каждому такому стулу идут подарки. 16 детских развивающих игр в подарок по QR-коду. Будем разбираться. Какие-то наклейки защитные, тоже все разберемся. Книга от Литрес в подарок из детской подборки. Слушайте, замечательно, да, много столько всевозможных подарочков. Так. Тоже какие-то наклейки, тоже будем разбираться. И вот он, мой замечательный детский регулируемый стул «Павлин» от мебельной фабрики «Друг Кузя» с заботой о вашем ребенке. Инструкция по сборке, вроде все так подробненько. Ну и
достаточно просто. Я думаю, муж у меня разберется без проблем. Стул выполнен из фанеры и МДФ. У меня покрашен, есть два варианта. Можно взять некрашенный, да, и самим его окрасить, как вам захочется. Такой стульчик стоит 3990 рублей. А если вы захотите уже вот такой готовый вариант, как у меня, окрашенный, то он будет стоить от 5490 рублей. В зависимости от цвета. Но мне качество очень понравилось. Я очень довольна, что заказала именно от мебельной фабрики. Не стала нигде брать там на интернет-площадках, да, всевозможных, так как там очень много подделок. Здесь же качество просто отменное. Все ровненькое, гладенькое, никаких ни заусенцев, ни острых углов. Краска водоэмульсионная, самая безопасная для деток. Причем я смотрела на разных интернет-площадках, и вы знаете, там эти стульчики выдерживали, ну, в среднем где-то до 90, до 100 килограмм. Мой выдержит до 120. У нас папа после сборки проверил, посидел, ему все понравилось, замечательно. Плюс еще он сказал, что очень классная инструкция. Все подробно, все по пунктам, легко собирать, все достаточно понятно. В общем, стульчик обалденный, нам очень понравился. Также в дополнение к этому стульчику, если у вас ребенок совсем маленький, да, вы можете взять столик для кормления и по желанию можно взять подушечки. Ну все, вот мой сыночек оценил, ему понравилось. Помогает мне снимать для вас видео. Я вам оставлю ссылочку внизу в описании к этому видео на вот этот стульчик-трансформер от мебельной фабрики Кузя. Если вам понравился, проходите и заказывайте для себя. У них доставка по всей России. Далее для мужа я взяла носки. Вот, знаете, у него было очень много носков от марки, по-моему, Омса. Да, Омса. И они как-то в один раз все протерлись вот на стопе. Конечно, я была просто в шоке. Муж говорил, что ему очень нравится, что хорошие носки. Но так, чтобы они вот разом все протерлись, это, конечно, что-то такое непонятное. Поэтому я решила вернуться к моему любимому бренду из Фикса, это Зувей. Беру и сыну, и себе, и дочке, нам очень нравятся. Отличные носки, долгие в носке. Вот все они стоили по 79 рублей. Тут несколько вариантов, вернее два. Спортивные. В нескольких расцветках. Вот такие вот обычные черные с надписью «Спорт». Прям так и просится, да, сюда Levi's. Но нет. А вот это Зувей. А вот такие вот белые ему взяла. Дальше серые. Расцветок было на самом деле много. Но я в основном взяла такие более темные. Ему как раз таки нужны были темные. И вот одни беленькие урвала, ухватила. Вот такие вот еще черные. Синие, чтобы у него прям все, на все случаи жизни были носки, да, вот такие серые. И вот такие носочки, это уже не спортивные, это уже классические, но тоже Зувей. Смотрите, какая тут резиночка, немного отличается. Да не немного, а достаточно много отличается, да, от спортивных. Эти уже такие более классика. Размер и тут 41-44, и состав одинаковый. 67% хлопок, 33% полиамид. Производитель Китай. Вот такие вот носочки я приобрела для своего мужа. Так, с фикс прайсом в этот раз мы закончили. В этот раз я прям не разгулялась, держала себя в руках и взяла только то, что действительно необходимо. Следующее, что я вам покажу, это будет... Валберес, давайте посмотрим. Здесь побольше товаров. Первая моя покупка, это комплект маечек для моего сына от марки Ускатон. В размере я взяла 134, цвет ментол. Написано майка для девочки, но я не вижу смысла, не вижу разницы. Девочки, мальчики, это, ну, обычные маечки. 134, указано, что это на 9 лет. В принципе, я бы не сказала, что на 9, моему сыну 5, скоро будет вот летом 6, и он у меня такой пухляш, ему будет вот эта маечка хороша. Так что, в принципе, многие пишут, что они немного маломерят, да, я согласна. Расцветок было миллион, я пока вот выбрала вот такие мятные. На первый раз померяем, посмотрим, нам понравились. Маечки 100% хлопок, производство Узбекистан.
Такие, как лапшичка, что ли, да? Следующая покупка, тоже еще одни маечки, а то мы резко выросли, зима кончилась, сын подрос, вот, а нам нужны маечки. Комплект тоже из двух штук, а здесь уже такая классика, хлопок слегка просвечивает. А размер тут тоже 134, 9 лет, но вот здесь вот я действительно верю, что на 9 лет. Вот эти маечки моему сыну будут великоваты, но чтобы не портить себе процент выкупа, я их оставлю. Конечно же, через там годик, через два он спокойно сможет уже носить эту маечку. Эти две маечки. Ну, тоже вот такой просто легкий хлопок. Марка Бонита, и это Узбекистан, тоже Узбекистан. Следующая покупка. Вы не поверите, но мне пришлось купить вот такие вот крепежи для секретера. Кто меня смотрит давно и смотрит практически все мои видео, знаете, да, что мы недавно купили новую мебель, в том числе и взяли большой шкаф с секретером для того, чтобы, ну, как рабочее место для детей, да, немножко сэкономить место в своей гостиной. Уберем мы рабочий стол, именно обычный, будет, вот детки у меня будут заниматься как раз-таки за секретером. Им вполне там хватит места, секретер большой взяли, но, к сожалению, опять же, да, это Best Mobile Shop, и опять у нас неполадки. Они дали для секретера очень маленький крепеж, то есть я прям боюсь, что он не выдержит дверка, да, когда кто-то будет облокачиваться на нее, да, чтобы писать, там какие-то уроки делать, поэтому пришлось купить на Wildberries вот такие вот, самый большой вариант, который я там нашла, двусторонние, то есть можно на левую, на правую сторону, как бы неважно, вот две такие штучки я приобрела. Так что все не слава богу, пришлось вот докупать инвентарь для новой мебели. Дальше я взяла пакетики для упаковки небольших презентов своим ребятам из моей танцевальной студии. Пакетики очень-очень красивые. Посмотрите. Вот с такими вот оленятками. Ну, такие небольшие, не очень плотные, но для одного подарочка вполне сойдет. Главное, что вот такая красота. Вариантов на Wildberries просто уйма. Глаза разбегались, когда выбирала. Если вам нужны вот подобные пакетики для упаковки, то, пожалуйста, берите. Здесь у меня набор написано 20 плюс 5 штук в подарок. Всего 25. 25 вот таких вот милых пакетиков с оленятами. Продолжаем с вами дальше. Дальше я вам покажу уже красоту, да. Люблю я вот такие вот небольшие резиночки для, ну, хвостики делать, конечно же. Мне такие очень-очень нравятся. Тут прям целый набор. И что-то даже какую-то бумажечку положили. Набор резинок для волос 10 штук. Страна-производитель Китай. Цвет черный. В принципе, это все. Вот в таком зип-пакетике с розочкой. Ой, с розочкой, с ромашкой. И давайте смотреть, какие же тут. Смотрите, сколько их. Вот мне прям нравятся вот такие тоненькие. Нравится, что они двойные. Вот. Какие-то резиночки, конечно, дам дочери, потому что, ну, вот с такой я точно не буду ходить, да. А вот какие-то оставлю себе. То есть мы с ней разделим напополам. Вот эту, например, могу себе взять. Вариантов тоже уйма. Выбирайте. Даже у этого продавца, если вы пройдете по моей ссылочке, да, там несколько вариантов таких наборов. Нужны как браслетики тоже использовать. Вот это точно не для меня. И вот, смотрите, самое, по-моему, классное, но тоже как-то уже не для меня, с часиками. В общем, вот такой вот набор резиночек. Дальше, что я вам еще покажу? Я вам покажу пару брошек. Одну я выбрала для себя, вторую выбрала у меня дочка. Первая ко мне пришла вот такой вот коробочки. Это моя брошка, написано «С любовью». В комплект идет подарочек, тоже резинка для волос. Так, покажу вам резиночку. В принципе, мне понравилось. Симпатичная такая обычная резиночка, тройная.
И вот она сама брошка. Тоже варианты были разные. В основном все берут снегиря. Но мне как-то снегирек не приглянулся. Я выбрала вот такую вот птичку. Невеличку. Кто это? Синичка, не синичка? В общем, вот такая вот красота. Обязательно проверяйте на пункте выдачи, потому что бывает брак. У меня все пришло в идеальном состоянии. А вот такая вот моя птичка-невеличка. Давайте я ее сюда пристрою. А вот эту брошку дочка у меня для себя выбрала. Здесь тоже эмаль в составе 20% и 80% бижутерный сплав. Тоже красивая коробочка. Подарок можно взять. Это вот такой вот граммофончик. Была в этот раз очень удивлена, что ли, что на всю эту бижутерию отказ был у меня бесплатный наконец-то. Потому что недавно я приобретала сережки, почти все они были с платным возвратом на склад. Если вдруг чего-то там, брак или что-то, да, или просто не понравились. Здесь никакого у меня не было платного возврата. Все хорошо, замочки все работают. Вот такой вот замечательный граммофончик. Объемный, супер прелесть, да? Так, ну и теперь мы с вами посмотрим, что же еще я купила, но уже в магазине «Фамилия». Здесь тоже было покупок не так уж и много, всего лишь 4 штучки. Чека нет, чека нет. Ну, будем, наверное, вспоминать, хотя там, по-моему, все... А, все на всех товарах, да. Я все-таки взяла вот эту вот минажницу. Я ее не хочу использовать как минажницу, я хочу ее использовать как подсвечник. Поставить сюда шары, такие свечи. Фамилии они продавались, но там было две свечи были такого молочного оттенка, и одна просто белая. Мне как бы белую не хотелось. Вот, я посмотрю на Wildberries, сразу закажу 3 одинаковые. Вот такая вот замечательная подставка. Минажница. Было две цены на них. Мне пришлось купить ту, что подороже, за 1200. 37 сантиметров. Производство, по-моему, Индонезия. Вот. И почему пришлось купить подороже? Потому что те, что уже были со скидкой, за 700, по-моему, они рублей, они все были какие-то, либо сучок какой-то неудачный, либо трещинка. В общем, вот это самое аккуратное, я все-таки ее взяла. Кому-то, конечно, не понравится. И в прошлый раз, когда я показывала в обзоре полочек, тоже получал негативные на них комментарии, что некрасивые, неинтересные, а мне понравились. Ну, все мы разные, всем нравится. Ну, вам, может быть, понравится то, что не понравится мне. Но я об этом никому не скажу, верно? Я просто пройду мимо, и все. Поэтому, если вам не понравилась моя минажница, ну, можно промолчать, да? Вот, быть выше вот этого всего, а выбрать что-то для себя. Вот такая вот красота. Мне понравилась, я очень-очень ею довольна. Дальше взяли вот такой вот диффузор с ароматом сочный арбуз. Дочка выбрала, 200 рублей. Захотелось ей рядом со своей кроватью поставить, да? Вот такой вот аромадиффузор с ароматом арбузика. Любит она у меня арбуз, клубнику. Посмотрим, что тут внутри. Наверное, все как обычно. Да, бамбуковые палочки. Уже так из пакетика пахнет. И пахнет, кстати, я бы не сказала, что арбузом, чем-то таким более ягодным. Черной смородиной больше пахнет, да? Слушайте, а стильные бутылочки, смотрите. Это, по-моему, не наклейка. Или нет, наклейка, да. Но определенно пахнет вкусно, это точно. По-моему, все-таки черная смородина. Вот такой вот аромадиффузор. И две последние тоже мои покупки. Я люблю вот такие мелочи для кухни. Смотрите, мне все упаковали, как и в прошлый раз, когда я покупала там посуду, да, вот в такую вот бумагу, чтобы ничего не разбить, до дома донести в целости и аккуратности. Я выбрала себе вот такой вот соусник. Он, конечно, внутри был грязный. Такое ощущение, что он где-то... кто-то им уже либо пользовался, либо чего. Но вроде нет, да? Просто, мне кажется, туда попала какая-то грязная вода на каком-нибудь складе
соусник вот так стоял, и все это застыло. Я потерла, вроде оттирается, поэтому я решила все-таки взять. И цена была, смотрите, всего лишь 129 рублей. Очень красивый, по-моему, это все-таки фарфор. То, что вижу я по качеству, да, это фарфор. Все пытаюсь себе купить такой же формы на Валберес, но жду на него скидки. Очень уж больно дорогой, да, вот за 130 рублей вот этот малыш отлично. Если бы на Валберес тот побольше, на 600 миллилитров, да, стоил бы рублей 500, я бы взяла. Но он стоит больше 1000, поэтому пока жду, пока жду. Так, вот это получается у меня первый такой соусник. А второй уже, по-моему, все-таки это не соусник, а молочник. Хотя, почему бы нет, можно же сюда и соевый соус налить, и будет уже соусник. Это вот такой вот. Здесь уже по качеству, мне кажется, это либо какой-то низкопробный фарфор, либо керамика. Почему-то... А, керамика, да, здесь указано, 100% керамика. 130 рублей тоже, 129, это молочник. Люблю такие вот красивые, милые вещички для дома. Ну и всегда приятно, когда у тебя на столе стоит вот такая вот красота, верно? А не просто набросанная какая-то там дешевая посуда, полусколотая, полусбитая. Вот. Ну, вот я люблю эстетику. Мне это нужно, мне это нравится. В принципе, вот они все мои покупочки сразу из трех магазинов. Это и Валберес, это и Фикс Прайс, это и Фамилия. Я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Вы что-то для себя присмотрели. Обязательно жду от вас обратную связь. Что же вы присмотрели для себя в этот раз, да? Вот, ссылочки на товары из Валберес будут внизу в описании к этому видео. Проходите, забирайте тоже для себя то, что вам понравилось. Не забывайте о лайках, вам не сложно, мне приятно. Я надеюсь, что вы меня смотрите на Дзен. Если нет, то ссылочки тоже внизу в описании к этому видео. Также есть там ссылочка и на Телеграм, и на группу ВКонтакте, где вам удобно, проходите. Я там тоже оставляю все свои видео. Вот, в Телеграм даже мы с вами еще общаемся, обсуждаем какие-то ваши покупки, мои покупки, всевозможные жизненные моменты, да, кто чем хочет делиться у меня в группе, я это только приветствую. Ну и на этом я с вами попрощаюсь, всем до новых встреч, пока-пока!